Ребята, добро пожаловать на мой канал. Я встречал старая соседка. У меня была здесь в общежитии. Она несколько слова будет сказать, ну, по поводу жизни здесь, в иностранце, в общежитии. Я не знаю, если правильно я спросил вопрос или нет. Если ты понимаешь, можно отвечать, пожалуйста? Конечно. Я считаю, что жить с иностранцами очень круто, потому что, общаясь с ними, ты понимаешь, что происходит в вашей стране. Хорошо. У вас там религия, обычаи, культура, все такое. И плюс можно очень круто подтянуть язык. Ну, то есть, какие-то фразы, я фразам каким-то от себя научилась, и все такое, понимаешь? Она больше помогала мне. Домашние задания, все. Это она все сделала. Не так уж много этим помогала. Ну и к тому же, да, обучая других, обучаешься сам. Прикольно было, мне понравилось. Иди прям вообще, братан. Ну, спасибо тебе. Что-нибудь еще плюс жить с иностранцем? Или учиться вот с ними? Ой, по поводу учиться ничего не могу сказать, потому что лично в моей группе не было иностранцев. Ну вот чисто по соседству в общежитии, это то, что ты получаешь какой-то опыт, новые знакомства из других стран. Это всегда круто, новые знакомства, это всегда круто. Всегда классно. Хорошо, а теперь ты в каком курсе? На пятом. На пятом? А, значит, это последний, да? Да. О, я тебя поздравляю. Спасибо. Вау. Значит, скоро красный диплом будет? Ну, красного не будет точно. Ну, ладно, мне приятно было вот с тобой немножко поговорить и брать тебя на интервью. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Мои подписчики, что надо сказать? Подписчикам? Да. Я хочу сказать, во-первых, да, подписывайтесь на канал Эви, я уверена, что там очень интересные вещи. Я, кстати, тоже не подписана на канал. Значит, надо. Я тоже подпишусь. Будем следить, лайкать. Поддержка со стороны, поддержка друзей – это всегда очень важно. Поэтому давайте поддержим нашего иностранного друга. И будьте счастливы. Спасибо, пока.